завоз землі. Будемо рівняти участочок. Завозим. Наводим красоту. Это перепад участка у нас большой. Будем равнять вокруг дома, поднимать уровень земли, разравнивать. Здесь, кстати, тоже раньше не было заезда. Сделали теперь вот такой вот заезд. Так вот поднимается машина. Отлично. В машину помещается ориентировочно 20 кубов. Сегодня приедет две машины еще. Это первая. Посмотрите, как высоко поднимается вообще. Орех очень высокий у нас. Это в сравнении, как выглядит вбок. Это все. Ширина ворот 4 метра. Все четко вообще, все высыпалось. Все высыпалось, да? Красота. Порядок.